те из вас, кто давно следит уже за моим путешествием и тем, все, что происходит со мной, и то, что я вижу, я думаю, вы уже узнали место, куда я приехал. Это в Соколином. Традиционная субботняя ярмарка. Тут даже народу сегодня больше, чем летом. Посмотрим, что здесь сегодня есть. Так, здесь у нас чаи, варенье и мед, я так понимаю. Но нас это не нужно, у меня это все есть. О, а такие вещи я вижу первый раз. Чудики всякие. Мне они, конечно, не нужны, но забавно. Ну, а здесь пошла чистая эзотерика. Геноскоп рода, книга семи поколений. Дизайн человека, но это понятно. Ксмограмма Сварога. И какой граммовный цветок. Интересно. Интересную книгу увидел, привлекла внимание, буквица. Древнеславянские образные письмена. Не шутки, масонские заговоры, а самая настоящая реальность. Ну, наша-то тема другая, наша тема знания, наука времени. То, что заговор заговором, она пожить дальше, детей расти, и родину поднимать колено. Вот это так, но эта книга, я, видимо, приобрету, она меня интересует. Это тоже арийская астрология, потому что китайцы, они... Свежий, такой вид. Значит, ребят, смотрите, что я приобретаю. Игра самопознания Лила. Потом расскажу о ней коротко. И давно хотел сварожный круг ксмограмма Сварога. Посмотрим, что это такое, поизучаем. А я потом вам буду рассказывать. Прежде чем пойду дальше смотреть, давайте послушаем, что здесь играют ребята. Там уже есть человек, который в приходе. То есть он уже в нирване. На высшей ступени самопознания. Ну все, пошло. Все работает. Можете подольше послушать и тоже пойдете транс. Полезные сладости у нас. Ну, сладкое я пока не хочу. Шоколад. Ну, а здесь девушка-красавица продает всякие изделия. Вот не знаю даже, то ли на девушек смотреть, то ли на изделия. Ну, давайте посмотрим сначала на изделия. А потом девушек крупным планом. Нет, у меня не совсем... Ну, просто его демонстрировать надо, понимаешь? Здесь вот в таких делах у меня сын мастер. Он все это выливает. Вот. То есть вот эту вот штуку, вот ее реально повторить. Я надеюсь, Тимур это видео слышит и смотрит. Вот сначала мне. Ну, какая же ярмарка без ловцов снов. Это необходимый атрибут подобных мероприятий. Так, здесь у нас тоже и украшения, и атрибутика, и девушка уже замерзла. Здравствуйте, девушка. Ну, а тут что-то очень вкусное готовится. И не просто готовится, но еще и обсуждается разными людьми, очень колоритными, интересными, безусловно, самобытными. Так, вкусный пирог, пирожные. А тут какое-то зелье готовить. А что за зелье, ребят? Приворотное? Это, ну,
скажем так, не совсем приворотное, просто для вкуса и здоровья приятное. Понятно. Это чай же, масала чай, да? Да. Масала чай. Чай? Чай. Чай масала. Здорово. С молоком, со специями. Ну, а здесь в чистом виде у нас веганская кухня. Полагаю, очень вкусная, безусловно, полезная. Так что добро пожаловать в Соколиное, если хотите обрести здоровье, долголетие и духовно продвинуться. Здесь у нас горячие глинтвейны. В такую погоду это самый раз то, что необходимо, в первую очередь тем, кто продает. Они замерзают, по ним видно. Холодно пробирает. Не могу пройти мимо животных, собак и кошек. А симпатяга. Запахов много, но ему здесь, видимо, скучно. Ну, традиционное все родное, все крымское, очень вкусное, полезное. Этим, наверное, Крым и знаменит, что здесь есть все свое. И все чистое, и все полезное, и очень вкусное. Действительно, многие говорят, что таких помидоров, например, и такого лука, как здесь ялтинского знаменитого, вы больше нигде не встретите и не попробуете. Только здесь. Так, ребят, не могу не снять мой любимый тыквенный суп. Надо будет с собой взять обязательно. А вот мастер, который готовит его и успешно, я так полагаю, продает. Есть желающие его поесть, среди которых и я. Хочу вам показать пример правильной торговли. Посмотрите, как грамотно, красиво представлен товар. Просто обожаю людей, которые умеют это делать. Это целое искусство. Все очень вкусненько, очень интересно. Шаманские вещи. А девушка, небось, сама шаман. Вы не шаман? Почти. Почти, ну вот. А сережки? Ну, честно говоря, меня это заинтересовало. Но это, оказывается, больше для женщин. Больше для женщин. Ну, ладно. Пойдем дальше. О, ребята, здесь уже вот настоящий шаманизм. Что-то у нас тут девушка готовит. Интересно. Сейчас мы пораспрашиваем. Подбрасывает в костер всякие травки. Здесь вот маленькая девочка тоже учится шаманизму, свечку поставила. Оп, убежала. Так. Дети здесь самостоятельные. Так, все очень красиво представлено. И тоже продается. Вот посмотрите, как просто красиво. Уложено, в круг выложен магически. Тут вам и растопка, тут вам и травы. Тут вам и листья. Все очень вкусненько. Замечательно. Мне здесь очень нравится. Игорь, приветствую. Не ожидал вас здесь увидеть. Как у вас там? Так, ну то, что хлеб всему глава, еще никто не отменял. А здесь вот самый замечательный и самый полезный, я так думаю, хлеб. Осталось два варианта. Даже два варианта? Из пяти осталось. Вот, и какой выбор-то? Оленя. Угощайтесь. Я, к сожалению, практически хлеб вообще не ем. Такой? 350. Так, не буду мешать торговле. Есть хлеб на закваске. Есть хлеб на закваске, этот конкретно с... Ну, пахнет божественно, пахнет божественно. Но рядом с хлебом тут другой мастер своего дела готовит у нас что? Салатики. И еще что-то. Причем вкусные вегетарианские баклажанчики, по всей видимости. И тут еще есть, по-моему, еще что-то на горячее. Но я пойду дальше, есть не хочу. Пойду дальше. Ну, а здесь у нас всякие теплости, без которых в Крыму ужас, кошмар. О, алтайские носочки узнаю. Из верблюжьей шерсти, да? Алтайские? А? Шерстяка. Как? Не алтайские, монголия. Как? Монголия. Монгольские. А, ну да, на Алтае все монгольские, в принципе, да. Я уж так говорю, просто там был, и поэтому для меня как это все алтайское. Так, ну что, всю территорию я кругом обошел, все внимательно посмотрел вместе с вами. Там уже, как видите, традиционный субботний костер.
все самое интересное сейчас скоро начнется. Я приобрел очень полезные книги. Сейчас пойду рассчитаюсь, положу их в машину и пройду к костру и к тому действу, которое там будет разворачиваться. Ну что, вот как и обещал, я подошел опять поближе к костру и к ребятам, которые играют. Часть из них отдыхает пока, готовится. Взял с собой свой фотоаппарат, поснимал немножко, потом еще что-нибудь снимал. Ну вот, будем ждать. Возможно, сегодня опять будут девушки, которые исполняют танец огня. Хочу поближе вам показать костер. Если получится, возьмите немножко энергию огня. Ну, а музыка, я думаю, поможет вам в этом. Это видео я прерву, хочу отдельно снять костер. Если что, еще продолжу потом в следующем.